Сегодня в Волгограде курсанта единственного в стране молодежного лагеря военно-патриотической направленности «Вектор мужества» получили васильковые береты. Праздничная церемония прошла в триумфальном зале музея «Панорама. Сталинградская битва». За какие заслуги ребята получили эти знаки отличия и как чествовали курсантов, знает Дмитрий Сераштанов. Руководители силовых структур и глава региона Андрей Бочаров вручают васильковые береты юношам и девушкам. В числе тех, кто получает головной убор спецподразделения, Никита Брызгалин. Молодой человек гордится, что теперь имеет право на ношение такого берета. Это огромная честь, это гордость. Все-таки васильковый берет, президентский полк. Все-таки это сплоченность наших команд. Внутри души пробирает. Недавно Никита стал курсантом единственного в России молодежного лагеря военно-патриотической направленности «Вектор мужества». Чтобы получить васильковый берет, ему и еще почти 100 ребятам пришлось пройти 10-дневные подготовительные сборы на территории базы СОБРа в Волгоградской области. Огневая, десантно-штурмовая, водолазная подготовка, усиленные ежедневные физ-тренировки, марш-бросок. Им от 10 до 17 лет, но на возраст и пол на курсах внимания никто не обращал. Главный критерий здесь, говорят главные участники сборов, это патриотический настрой. Нужно было проявлять внимательность, слушать своих командиров и идти до конца, выполнять задания, выполнять поставленные задачи, никогда не сдаваться. То, что ребята заслуженно получили васильковые береты, вне сомнения. Защищать родину во все времена было нелегко, подчеркнул глава региона, герой России Андрей Бочаров. Именно вы здесь начали для себя определять свой дальнейший путь. Кем вы будете? Чем вы будете заниматься? У нас у всех есть уверенность, что вы всегда будете настоящими гражданами своей страны, нашей России. Кем бы вы ни стали, где бы вы ни работали в дальнейшем, но мы уверены, что пройдя вот такие курсы, пообщавшись с настоящими боевыми офицерами, собравцами, вы точно станете настоящими патриотами нашей великой Родины. В этом нет никаких сомнений. За полторы недели, проведенные в военном лагере, ребята стали выносливее, физически сильнее, морально устойчивее и обрели новых друзей. В этом году «Вектор мужества» прошел 8-й раз. Экзамен все юноши и девушки сдали на отлично. Дмитрий Сераштанов, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».